Все знают, что Собчак является, значит, на связи с Кириенко, участвует на день Ковальчука, мама у нее член Совета Федерации. Но самое главное, а что она заявляет? В чем ее политические убеждения? Так она же открыто говорит. И мы видим это. Она много заявлений после 24 февраля сделала. Она уже второй раз убывает. И прекрасно мы видели все ее заявления и знакомы с ними. Она, в общем, держится в стороне от политики, а по существу является, ну, в общем, частью богемной частью окружения Путина. Богемной, понимаете? Это не элита. Элита принимает решения, богема их обслуживает. Ну, а что она еще-то делает? Ну, и поэтому она никакого отношения никогда, я подчеркиваю, никогда с 2012 года к оппозиции не имела. Вот она была с Яшиным, вот она там отношения были, да, значит, дружила с семьей Навального, и этого оказалось достаточно, чтобы получить позиции в протесте, понимаете? Но это же все был обман с самого начала. Зачем вот сейчас-то? Сейчас очевидно, что ее никто никуда не пустит. Она вам как ответила? Она говорит, я не в одной тусовке. Ну и аминь, не иди к себе, давай в Инстаграм, там, куда ты там, иди в свой Телеграм. Ты ей не нужна здесь, понимаете? А ее задача стоит именно в том, чтобы дурить мозги вот этой тусовки.